year, or what time is it? Егор, тебя же зовут Егор, верно? Да, ага. Егор, такое чувство, как будто я тебя где-то встречала. А, наверное, в новой школе. Я, наверное, задам тебе глупый вопрос, но какой сегодня интересный фильм можно посмотреть? Ну, мультик... Эможик? Да, эможик. Егор, у тебя великолепный вкус. Я обязательно его посмотрю. От коко-банана. Коко-банана. А ты долго в этой школе учишься. Ты могла бы мне показать ее. Чего? Зря ты так. Я же к тебе по-доброму. Ира, что случилось? Она просила, чтобы я ей показала школу. И что с этого? За что ты на нее накричала? Она же хотела просто с тобой пообщаться. Она все делает ради тебя. Так ты еще и ревнивая. Упс. Упс. I did it again. Слушай, извини за Иру. Она какое-то в последнее время нервная стала. Все в порядке, она не виновата. Нет, виновата. Разве можно себя так вести? Я уже все почти забыла. Давай я заглажу эту ситуацию и приглашу тебя в кино. Привет, Маргариточка. Привет, Егор. Я принес тебе фанту и попкорн. О, с сыром, спасибо, все как я люблю. Давай я тебе помогу. Спасибо. Я очень рада тебя видеть. Я очень ждал нашей встречи.